Вот так. Сегодня у нас суббота, 6 июля. Памятная здесь на холме. От комаров спасались. Каждый раз перед крещением. Это правило в субботу. Так, иди, проси еще. Компот, там у них много, иди. Андрюша. Давай ложку. Правильно, косточки? Слава Христу. Все, поели уже? Да. Сейчас пойдем молиться. Это холм, мы специально избрали. Тут были столы у нас стояли, сделаны искусственно. Вот лагерь-то, вот он. Вот он, лагерь огрушен. И тут мы обедали, а все выкошено, и ветер дует, комаров нет, а там комары просто заедают. И вот это место, это где мы молимся утрами. Вот смотри, сейчас пойдем туда молиться. И там ветер, там была башня водонапорная, когда колхоз был. Так. Ну, там деревни, видать. Скорчные столбы. А вот это столбы идут в Корчино. К нам электрический ток поступает. Ветру нету совсем. Игнат Тихонович. А это костер, вот видать. Игнат Тихонович. А вот житие есть царя Федора Иоанновича? Ну. Есть житие, да, его? Ну, еще. Просто мне даже интересно. Просто я недавно узнал, что он, оказывается, в лике святых. Не знаю. Сын. Есть там, есть, которые причислены, но об этих речи это или нет, я не знаю. Я понял, то есть вы не знаете. Там Дмитрия убиенного, то есть они... Какое к нам отношение имеет Дмитрий? Никакого. Играл с ножичком, упал на ножик, зарезали. Нет, это да, это... Это, конечно, понятно, это Годуновская, да. Может быть, там свора работала. Скорее всего, опричнина, да. Хотя Борис был умнее всех их вместе взятых. Ему пакость и строили. Это Берия того времени. Да. Мы не знаем, как это дело было. Ну, однако, было что-то. Мочевые пули, мочевой пузырь. Они со смещенным центром равновесия. Бочку, мочевой пузырь, подкладывает. Сломала несколько. При этом у нас вышла в левую лопатку. И он остался. Так, если пообедали, вставайте все, поблагодарим Бога и уходим молиться. А повара остаются здесь, поедят, всех соберете, не торопясь. Девочку оставите с собой. И водителя, да? Молиться будем, сейчас вот рядом, пойдем. Не, водителя. Молиться. А? Водителя, если сможет, все, надо увезти же будет. Ну, они составят, пока потом все потом уберут, конечно. Так, Володя, прими вахту. Я попрошу всех, кто поел, встать на ноги. Будем молиться Богу. Давайте вот сюда вот ставим. Давай помолимся, потом дойдем. Володя, вот этот крест свалило ветром или что, надо будет подправить. Направь на него. Сюда сойдите все. Вот сюда мужчины станут, а сюда женщины. Девочки, на ту сторону, сюда вот. Шапки долой. Людмила Степановна, девочки, сюда, вы самая девочка. Идите сюда, помолимся, потом каждый будет торопиться вот туда молиться, где общая молитва была лагерная. Боже, милости, будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня.
Вячеслав, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась она земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дай им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Милостливый Господи, спаси и помилуй раб своих милующих, питающих нас, подающих на милостыню Елену, Неонилу, Татьяну и всех приезжающих, вдов, нищих, сирот, священство, иночество и всех христиан. И пощади правителей, избавь их от покушения на них. Вразуми их, дай им страх Твой святой, дабы издавали мудрые законы, чтобы люди могли достойно жить и иметь из чего уделять нуждающимся. Коснись их сердец. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана. И нас, помилуй милости Твоей ради, защити место сие, жилище наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И место сие да будет благословенно и памятно нам. Столько лет Ты хранил нас здесь, защищая. Твоя всемогущая десница отвратила сонмища врагов от нас. Хвала Тебе. Ты позволил нам сохранить детей и не отдать в их руки и не насмеяться над ними. Благослови эти власти придержащие. Умудри их. Не дай им погибнуть из-за жадности их. Тебе, Господи, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Сразу уходим молиться. Вкусно очень было. Это у нас специально кон был сделан, чтобы от комаров избавиться, обедали. А вон место, где мы молились утрами. Пойдемте туда. Иначе, значит, мне подбросить надо съездить. Давай. Ну, сейчас мы туда пойдем молиться.